Добрый вечер, уважаемые мамы, папы, бабушки и дедушки! Привет, друзья мои! Я весьма рад сегодня вам сообщить, что просто вот уму непостижимо. На этой неделе просто шквал писем засыпает передачу у Левушки в гостях. И вот следующее письмо, которое пришло в нашу передачу, написала Леночка Павлова из микрорайона Солнечный. Вот только, ребята, у меня одна к вам маленькая просьба. Пишите, пожалуйста, свои письма на отдельном листочке, а рисунки на другом, пожалуйста. Это вот такая небольшая моя просьба. Но, тем не менее, письмо очень красивое, замечательное. Вот такое вот с рисунком, поэтому давайте слушать. Здравствуй, Левушка, пишет тебе Лена. Я люблю смотреть твою передачу. Еще я люблю рисовать и играть. Ну, кто же этого не любит? Конечно, умница, Леночка. Так, я хожу на занятия в кружок. Мы там рисуем, клеим поделки. Здорово. А еще я люблю лето, потому что тепло на улице и можно купаться. А зимой я болею. Ну что же, это обидно, что ты болеешь, Леночка. Зимой старайся не болеть. Нужно теплее одеваться и кушать побольше фруктов, витаминчиков. Так, я нарисовала Левушку на рыбалке. Ой, как здорово! Рыбалка я еще пока не занимался, но теперь возьму на заметку. Так, на рыбалке и в скобочках такая приписка. Мама помогала. Пока, Лена, мне 5 лет. Ну что ж, это очень хорошо, когда помогают мамы, и когда ребятки вместе со своими мамами вместе рисуют, пишут письма, и вообще, когда занимаются, даже поиграть с мамой можно, ведь правда? Ну и давайте, наконец, уже посмотрим. Левушка на рыбалке, вот такой рыженький, лохматенький, в кепочке и с удочкой ловит рыбку. Ой, спасибо, спасибо, еще раз спасибо, я просто не устаю говорить, потому что на самом деле очень приятно, когда тебе оказывают такое внимание. Тем более, кто? Мои самые любимые телезрители. Спасибо, Леночка. И надеюсь, что все остальные ребятки, кто посмотрел сегодняшнюю передачу, обязательно завтра нарисует Левушке свой рисунок. Ну что ж, с этой надеждой, с этими словами я всем предлагаю посмотреть мультфильм. Все, друзья мои, все, на этом передача наша заканчивается. И я буду ждать с нетерпением следующей встречи, которая состоится во вторник на следующей неделе, как всегда, в это же время, в эфире Угличского телевидения в передаче «У Левушки в гостях». Пока!